20 соток плодородной земли – результат 30-летнего труда на приусадебном участке. О делах огородных жительница поселка Ваховск Светлана Лазарь знает все. Каждый год она собирает богатый урожай овощных и ягодных культур. В теплицах высаживает томаты – сразу несколько видов. Огурцы, перцы, кабачки, морковь – преимущественно на грядках. А вот эти пушистые ягоды – завязи будущих дынь сладкого и сочного сорта «Колхозница». Несмотря на капризы северной природы, Светлана надеется на хороший урожай. Первые плоды она уже собрала. Вот пошли уже кабачки, томатики понемножку снимаем, огурцы, зелень. Последние несколько лет у меня крупные помидоры были. Да, это урожайно, это успех мой. Не огурцов много было. В один год вообще было. Огурцов не знали, куда девать. Сдавали. Даже коровы отказывались их уже есть. Главный успех богатого урожая, говорит огородница, это благоприятная почва. В условиях рискованного земледелия ее приходится создавать самой. И даже перед тем, как земля покроется снегом. А еще растения любят правильный уход и ежедневную заботу. Светлана трепетно относится ко всем насаждениям на участке и даже разговаривает с ними. Где-то хороший урожай у них пошел, кустик хорошо пошел. С ней их наоборот благодаришь. Еще, а вот у которых поменьше, слабенький он что-то, начинаешь его жалеть, давай расти, давай его это. Глядишь, он потихонечку и пошел. На приусадебном участке Светланы Лазарь растет множество культур. За домом ягоды, овощи, зелень. Со стороны улицы большая клумба, где цветут бархатцы, пионы, ирисы, лилии и еще несколько десятков видов различных растений. А осенью созреют и подсолнухи, которые тоже дают богатый урожай.